Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Doro, и сейчас я покажу вам, как перейти в безопасный режим. Итак, зажимаем кнопочку питания и далее зажимаем выключить и нажимаем ОК. Теперь в левом нижнем углу видим надпись «Безопасный режим», это означает, что мы в нем. Для того, чтобы из него выбраться, нам достаточно перезагрузить устройство. Зажимаем кнопочку питания, нажимаем «Перезагрузить» и «ОК». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.